И еще на дорожную тематику. В столице республики появился новый автомобильный мост. 8-й по счету. Он соединяет левобережье с районом нового вокзала. Его, как сообщили в городском акимате, основные работы по строительству завершены. Параллельно мост еще будут благоустраивать. Напомним, возводить его начали еще в 2018 году. Переправа позволит частично разгрузить трафик на столичных дорогах, в частности, проспект Мангелик-Ель, улицы Саганак, Байтурсынова, Кошкарбаева и Нажимиденова, а также повысить доступность к новому вокзалу Нурлыжол. И еще один автомост через реку Есиль по проспекту Тайюльсездык планируют открыть в будущем году, рассказали в акимате. Протяженность пролетного строения данного моста составляет порядка 270 метров. Ширина 51 метр восьмиполосного движения. Реализация данного проекта позволила обеспечить транспортную доступность между правым и левым берегом. При этом работы по облицовке, по установке перильного ограждения находятся в работе, будут завершены в сентябре месяце.